5-й международный фестиваль у Золотых ворот во Владимире открыт. Мы во Владимире. Каждые 2 года здесь вот происходит такое грандиознейшее событие со всего мира. Лучшие театры, которые, спектакли, которые на других фестивалях стали лучшими, приезжают сюда. Поэтому фестиваль называется «Лучшие из лучших». 170 лет исполняется Владимирскому академическому театру. И вот 5-й фестиваль приурочен к этой знаменательной дате. Здесь потрясающие виды, потрясающий город, потрясающая жизнь. И ждем от фестиваля очень многого, потому что это не просто фестиваль, это настоящий праздник. Сама атмосфера удивительно творческая и очень человеческая, теплая и добрая. Высокий уровень спектакля. У меня большие ожидания. Я предвкушаю наслаждение. Я приехал на фестиваль, я приехал на открытие, вернее, скажем так, на потрясающее событие, на открытие памятника профессиональному, провинциальному артисту. Потому что все мы знаем, что все столичные театры и Москвы, и Петербурга, а в советское время и Киева, и Тбилиси, все они питались людьми, артистами, творческими личностями, которые рождались в глубинках и потом шли и по своей, скажем так, творческой карьере и достигали, попадали на сцены этих столичных театров. Но я всегда преклонялся и преклоняюсь перед артистами, которые всю жизнь проработали в провинциальном театре и добились потрясающих успехов, потому что, например, у меня до сих пор в памяти Королёва из спектакля Иркутского драматического театра «Прощание с матерью». Это мне еще лишний раз говорит о том, сказала о том, что именно провинция, она как плодородная земля является носителем той энергии, которая заражает тех личностей, которые вдруг появляются на сценах Петербурга, Москвы, Ленинграда, как я говорил. Понимаете? Поэтому я очень рад, что я именно на этом событии, на событии фестиваля у Золотых ворот Владимирского театра. И мне очень интересно увидеть и услышать именно сегодня владимирскую драму из века в век.